Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и смотрите игровой канал «Приятного енота». Сегодня мы взглянем на такую игрушку, которая называется «Ретро Паркинг», как-то так она называется. Игрушка в Стиме, игрушка демка пока что. Ну, давайте посмотрим, что это, кастомайз. Красного хочу, красный мобиль. Во, поехали, что делать-то? Владин, хорошо, а управлять как? Мышкой или что, нет? Так, газ. А обучение будет круто? А, подожди-ка. Не вот так вот, во. Блин, как-то это неудобно, я думал, на мышке будет. А тут на клавишах. Фигня, припаркуемся, мелочи жизни, и не таких. Ай-ай-ай, да тебе кажется... В смысле гейм-овер, алло? Нечестно? Блин, у меня этот... Жук у меня не едет, короче. Он не создан для того, чтобы ездить по таким узким улочкам. Это благородная машина. Которую мы, кстати, нихрена не задели. Ой, хорошо так. Это очень благородная машина. Тихо, тихо. Кстати говоря, тут музыка, и я не уверен, что она разрешена. Но пока она играет, если что... YouTube мне, конечно, выскажется. Тогда музыки не будет на Ютубе. Но я все-таки надеюсь, что все нормально будет. Ну, что, все, миссион комплит. Бляха, сложно так? Да ты прикал, задом! А, не, нормально, нормально. Ты прикинь, да, как старину тяжело было? Хреновина же, это вообще не... руль-то не крутится у нее. Я отвечаю, она вообще неповоротливая. Дико неповоротливая. Во, поехали. Тут еще, наверное, время, дай. Да как, не задел? Да в смысле? Я один раз задел-то, алло! Ну, кидал, а? Стопэ. Вот сюда. Сюда. Тихо, поехали. Вот, поехали. Тихо. Все, приехали, да, все, 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 уже приехали, все нормально. Хрена его раскачивает, ты смотри-ка, а. Все, да, следующий. Они издеваются. Они откровенно надо мной издеваются. В машине не хватит тут маневренности. Нет, 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 да как гейм-овер, один раз задел. Че, один раз задел и все, что ли? Давай вот так, аккуратно. Очень-очень-очень аккуратно. Вот так. Теперь прям вот сейчас вот так вот делаем. Выпрямляем руль и поехали. Все, поехали. Поехали, поехали, поехали. Теперь вот смотри, вот так вот. Заруливаем, и все, и мы на финише. Все, красавчики мы. Вот, это вождение нужно сдавать вот на этом симуляторе. Вперед назад не может, типа, с рунтовку гнать. Прикинь, да я же свалиться тут могу. Я даже больше скажу, я не то, что могу, я свалюсь тут. Не, нормально, нормально. Нормально, стой, газуй, 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 нар... Да нет! Блин. Ладно, едем, едем. Прям вот так вот. Залетаем прям. Так, и вот так вот, вот. Гоним, 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 гоним. Стой, нет, нет, не задевай, зачем? Зачем ты это сделал, а? Ты мне объясни, зачем тебе такой длинный бампер? Фигня, приедем. В смысле, нихрена себе меня кидануло сразу. Нормально, не упадем. Одно кольцо провалится, не страшно. Стой, стой, тихо, тихо, тихо. Очень, очень. Очень прям дико аккуратно надо сейчас все делать это. У меня с тормозами еще большая проблема. Бля, как же сложно водить-то, оказывается, было. Вот, все, я приехал, давай мне. Хе. Давай чуть покруче, Бля, зачем я это сказал? Ладно, поехали.
Так, ехаем. Да это фигня, это мы сейчас махом пройдем. Смотри, только в путь. Все, да залетели уже. Тормози. Отлично. Тормоза работают хреново, но вот эта миссия вообще, это все это. Для новичков. Не то, что мы с вами профи, да? Они, короче, смотри, сделано, типа, я должен повернуть налево, сдать задом. И, походу, это специально так сделано. Но мы там миллиметры умеем делать. Смотри. Да нет, я по... Давай газу на финиш. Так, ладно, я ваш намек был не дурак. Давай сюда. Да, 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 именно так оно и происходит, да. Ладно, ладно, хорошо. Значит, тут надо утагивать, потому что иначе там не хватает просто угла разворота. А может и хватает, но я не хочу выделываться. А приходится. Вот смотри. А, профессионализм, да? Кто не знает, как выехать из узких помещений, вернее, узких пространств, вот пользуйтесь такими вот советами. А, это кидалово было, алё, не рулил даже. У меня машину вправо тянет. Почему у меня машина неисправная? Ага. Ага. То есть, типа, вот так, да, хочешь? Ладно. Давай, давай, давай. Они, короче, издеваются как могут. Стоп. Стоп, 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 стоп. Аккуратно, очень, очень, очень аккуратно. О! Все. Да нет, финиш! Все, фу-фу-фу. Прошли. Успели засчитать. Так, поехали. Че делать-то? Я типа туда передом должен заехать или задом? Или каким хером? Стопэ, тормози. А! А, ты смотри, что нашел. Пробел, оказывается, работает. Ой, это, вот это вообще отлично. А я-то, блин, как по-нормальному уже. Знаете что? Сдается мне, мы должны были там задом тут заехать. Чтобы тут дальше ехать передом. Ладно, мы не ищем легких путей. Выруливай. Во! Всего-то делов-то. Хе. Едем дальше, так. Ага! Сейчас же. Вот они как это предлагают мне сделать. Не, ну с ручником-то вот такими тормозами-то гораздо веселее едет. Теперь я боюсь, что мне сейчас угла не хватит. Хотя, почему нет? Очень даже хватит, нормально. Не боимся, прорвемся. Как бы она у меня не сломалась тут на полпути. Слишком уж она странно тарахтит. Вот теперь поехали, теперь должно уже хватить. А? А я про чё? Блин. Не, ёжик, конечно, прикольно, но немножко однообразная. Ну ладно. Вот и все. Вот ты сидишь, выделываешься. Ха! Ага, 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 ага. Да. Это был эпик фейл. Ладно. Поехали, давай сюда. Рулим. Давай назад. Кто играл в GTA 1, тот, я думаю, меня сейчас поймет. Там, потому что вид был почти такой же, только машинки были похоже нарисованы и чуть-чуть подальше. Но общий смысл был такой же. Ну да, и там не нужно было обруливать, там захотел задавил, захотел задавил. GTA 2 то же самое было. А я могу типа вот с понтом, с ручником? Нет, не могу, да? Да и у меня ручник сломан, неправда это все. Тормози. Сдается мне, мы, короче, что должны сделать? Мы должны сюда заехать. А это должно нас поднять. Ну, я жду. А? Хе-хе-хе. Газуй, во!
Все, финиш, давай. Ага! Блин, неправильно сделал, надо в другую сторону, надо бы жопы туда ехать. Хотя, в принципе, мы и так заедем, но все-таки. Это кто не умеет ездить в городе, в московских там всяких пробок и так далее. Вот мне кажется, это самое оно тут учиться. Вот, что мне кажется, там дофигища вот таких вот ситуаций было, когда подперли еще что-то, и ты не можешь ничего сделать. Поехали, открывай. Спасибо. Ты ж не закроешься? Он закроется? Да смысл? Вы финиш быстрей! Да я на финише уже. А чё он закрыл-то? Это он мне денег должен, мне по багажнику звезданул. Собака такая. Вот чё у меня по крыше бьет? Да она была не... Ну-ка, да, а реально нет будет? Давай проедем. Подожди. Поехали. По газам, по газам, по газам, по газам, по газам. Ай, блин, подожди, надо подождать, пока откроется сейчас. Это интересно, он зачитает победу или нет, если я приеду? Ты чё ты не открываешься? Ты чё с моей машиной сделал, грёбаный ты шлагбаум? Где мы? Ну, машину мне прямо в ад отправил. Это собака. Ладно. Давай сюда подъедем, вот так, я думаю. Подождем. Таня. Начальник парковки хренов. По-любому специально... Вот, подставляют специально. Главное, он бы мне ударил, а я же виноват. То, что он там не смотрит, когда он там закрывает, когда не закрывает. Давай. Ехаем. Какая музыка расслабляющая. Это, наверное, специально сделано, чтобы не психовали. Нет. Да вам показалось. Поехали. Нет, вам показалось второй раз. Думаем. Вредны все. Ужас. Ну, давай сюда. Ну. Поехали. Сказал он и махнул рукой. Да ты издеваешься, да? А он издевается. Поехали. Тихо. Я тут на велосипеде не проехать. Чего вы мне сказки рассказываете? Тихо, тихо, тихо. Вот так, вот сюда. Вот. Вот сюда. Поехали. Тихо, это какое-то вообще непроходимое место. Это совершенно непроходимое место. Поэтому кто кроме нас его может пройти? Никто. Но мы его пройдем. Наш надо дальше ехать. Там еще одно непроходимое место. Опускай меня. Поехали! Прыгай. Нормально. Тихо. Громко. Тихо. Громко. Давай сюда. Все, поехали. Вот это называется профессионализм. Два лифта. Узкие улочки. Не знаю, чего это. Лондон или чего там. Чья машина жук. Volkswagen, наверное. Это. Так что, скорее всего, какая-нибудь Германия. То есть... Да ты как... Алло, гараж. Слышь ты, блин. Охранник. Начальство иди зови, ты ни хрена себе, ты мне эксклюзивный помял капот, падла, а? Пошел в жопу открывай. В жопу это вон туда. Молодец, сообразил. Во! Спасибо. Ага. Намек понял. Ты прикинь, как вот у людей... На таких машинах развивалось чувство геометрии, или как там, определение углов, все дела. Шахренеть просто. Тихо, тихо, тихо. Опа. Все, финиш, отлично, стопэ. Стой.
Да. Как-то оно вот, наверное, вот такой исторический смех должен немножко быть. Стоп. Угол не тот, угол не тот, угол. Вот такой должен быть. Вот так. Вот так, поехали. Блин. Начал крутить, еще хуже стало. Крути головой. Головой крути, а еще лучше баранку просто крути. Тихо. Мне кажется, в те времена, если ты хотя бы смог тронуться, или знал хотя бы в теории, как это делается, ты уже сдавал на водительские. Так что это... что вряд ли они по таким вот ездили узким улочкам. Все, прошли, прошли, прошли. Мы молодцы. Так. Ну давай еще. Что уж там. Что тут засечься будет, только время-то идет. Ну ладно. Так. Ага. Ну, давайте вот сюда, потому что там я точно не заеду. Там конусы эти стоят с всех сторон. Нам, наверное, надо вот сюда. Вот так. А дальше куда? Дальше, наверное, сюда. А, ну, в принципе, да, мы сейчас задом сдадим, да и все. Нормально, ехаем. Все, задом припаркуемся. Не принципиально как. Так, еще погнали. Эти как аккуратно. Без кипиша, все хорошо, все. А, подожди, нам сюда, да? Уии! Да, не получилось так, как я хотел. Ладно, поехали аккуратно. Нет, не поднимайся. Не поднимайся, раздаешь машину, алло. Какие тут глупые люди работают в сервисе, а? Одни нам шлагбаумом постоянно бьют. Другие нам машину пытались вон поднять, когда машина еще даже не заехала. Обалдеть. Это подстава, это завистливые люди. Это очень завистливые люди. У которых своей машины нет. Тем более в те-то времена. Во времена ретро. И они очень-очень завистливо относятся к тем, у кого есть машина. Они пытаются ее как-то поцарапать. Но так как они боятся сделать это в открытую, то они... Вот у меня задачку-то подкинули. То они это пытаются сделать через технику и списать на то, что... А я чё? Я ничего, я вот кнопки жать. Моя жать кнопки. Лифт работает неправильно. Моя не виноват. Вон... Да это непроходимый левел, вы чё? Как тут проеду-то? Хераш себе. Может, надо было реально передом ехать? Давайте попробуем крутануться немножечко. Может, попроще будет, если я передом поеду. Он же не опустится? Самый, блин, неподходящий момент, когда я кручусь. Тихо, 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 тихо. Отлично. Хорошо, идем, ехаем. Блин, он вообще, оно издевается. Да нет! Да ну ты врешь все, а! Не бывает так, давай еще. Сейчас мы этот уровень пройдем, я надеюсь. Как мы залетели? Ни хрена мы залетели, это только в путь. Он аж на передние колеса тормозил. Жопа в воздухе где-то была. Опа. Не, ну в принципе да, тут гораздо легче, если вот так вот передом. Что манёвренность немножко другая становится. Да ну ты чё, ты издев... Так, как мне угол поменять? А, так тут вот. Ой, я неправильно тогда сделал. Все, понял. Я тогда лучше вот так буду делать. А я-то думал, у меня и так максимально наклонен он. Ну, так-то, фу. Так-то мы сейчас проползём.
Аккуратненько, вот так вот, не спеша. Тихо. Этот быстро поднятый колышек не считается упавшим. Или едва затронутый, так что ничего не знаю. Нет! Ну ты чё ты? Он издевается. Не-не-не-не-не. Скипать не будем, это дело принципа. Пускай это будет до конца серии, но мы этот пройдем уровень. Это дело принципа. Давай. Чё? Да ты твою мать! Падай. Падай. Всё, упади, взорвись. На, нахер. Ладно. Так, спокуха. Залетели. Стоим. Разворот. Разворот. Залетели. Разворот. Разворот. И поехали. Так, все, едем, да? Все. Хорошо. Так, давай. Так, без паники. Оп. Не хватает. Без паники. Нормально идем. И вот теперь вот заворачиваем. Теперь назад, теперь опять. Это столбик, он вообще такой паскудный, а? Так, вот, вот. Тихо. Так, отлично. Теперь тут еще два паскудных столбика, я бы даже сказал три. Тихо, у меня голова уже кружится. От того, что у меня земля там подо мной кружится. Так, то есть не посюда, то есть еще вот тут, да? То есть мне еще вот тут сделают подставу сейчас. Да. Тихо, едем. 20-й левел уже, ты смотри-ка, а. Ты, ну, молодцы. Я, правда, не знаю, сколько тут демки отсюда. Все было написано 200 уровней. Только я не уверен, сколько демки именно. Только... Все! Непроходимый уровень пройден. А, все. Собственно, вот и все. Вот, значит, всего 20 уровней пока есть. Значит, демку мы прошли окончательно. Значит, мы молодцы. Мы уже красавцы. Я бы даже сказал, вот так вот. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Ставьте комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. Всем удачи, всем пока.